Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство Garmin Enduro 2. И сейчас я покажу вам, как перезагрузить данные часы. Итак, для этого мы зажимаем кнопочку Light и держим ее достаточно долго, пока часы не начнут перезагружаться. Также, если ваши часы долго не включаются, можно их просто таким образом выключить и включить еще раз, нажав на ту же самую кнопочку. И таким образом вы их перезагрузите. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.